Сьогодні ми вас привітаємо на виставці «Шовковий шлях» Томиці з Італії. І я хотіла б для початку поділитися своїми впечатленнями о том, що, в принципі, для України це такий свого роду прецедент того, що такий масштабний великий проєкт іноземний експонується в Києві. І мало того, ця виставка передвижна. Зараз я об этом немножко розкажу, но вона починає свій путь з України. Я вважаю, що це дуже велика честь для нас, це дуже класно. И я со своей стороны желаю этой выставке все-таки пройти тот шелковый путь, который изначально был предназначен для нее, вне зависимости от обстоятельств, пандемии, каких-то внешних факторов, которые, к сожалению, влияют и на мистецьке життя в том числе. Это выставка 38 итальянских современных авторов. Она планировалась как отсылка к старинному шелковому пути, который начинался в Китае и заканчивался Древним Римом. Эта выставка хочет проследить этот самый путь, пройти его еще раз и уже посмотреть на то, как этот путь изменился с течением столетий. Куратором этой выставки является Анджела Течи, итальянская кураторка. Я бы хотела еще сказать о том, что эта выставка, что меня впечатлило очень сильно, что она была создана при поддержке Министерства иностранных дел Италии в совместительстве с художественным институтом мистецтва ИГАВ. Это коллекция этого министерства, что для меня было очень удивительно и на самом деле вызвало такое отчасти восхищение. И мне кажется, что такие проекты – это как раз то, на что нам нужно обращать внимание для своей репрезентации и смотреть на то, как другие страны это делают, как они репрезентуют свое искусство, как они показывают его в других странах. Марция Мильора. На этой работе геополитическая карта Италии, на которой сверху обозначены разные страны. Но это наложение, оно дает отсылку к тому, насколько сложно взаимодействовать Италии с разными странами, насколько большая конкуренция между странами. И таким образом она говорит о развитии, несмотря на это, всего европейского сообщества. Вот, но при этом и про такую большую конкуренцию. Здесь внизу изображены женщины, которые из стран третьего мира и работают своими руками. То есть это говорит о том, что вот этот такой труд ручной, он не дает нам возможности забыть о том, откуда начался вот этот весь путь к тому, где мы сегодня с вами находимся. Диего Сибелли – это итальянский художник, достаточно молодой, 87-го года рождения. И эта работа очень интересна тем, что, смотря на нее, можно, ну, как будто бы он призывает нас сквозь вот эту зеркальную поверхность посмотреть в какую-то такую параллельную реальность и говорит о том, что когда из Китая, вообще восточных стран, вот по этому шелковому пути, все товары и в том числе шелк и все интересное, что они потом покупали, шло в Европу, оно потом интерпретировалось. То есть это не просто были китайские товары, они в каком-то мере оседали уже в европейском сообществе и создавали какой-то новый такой стиль и новое движение, которое становилось уже аутентичным итальянским. Так, Венера. Венера – это вообще одна из самых дорогих работ на этой выставке. Ее можно много где увидеть и в публичном пространстве, имею в виду в пространстве интернета. Она очень цитируемая, очень показываемая. Она отсылает нас к богине красоты, но тем не менее она отвернута от нас, держит свое яблоко и смотрит на кучу всякой разной одежды, отсылает нас к массовому производству, к тому, что мы очень много поглощаем, очень много выбрасываем. Это, с одной стороны, экологическая тема, да, с другой стороны, это вообще как бы отсылка к тому, чтобы мы задумались о том, насколько мы много потребляем, нужно ли нам такое потребление, нужно ли нам такое количество одежды там, или чего бы то ни было, что, чем наш мир сейчас изобилен, но, тем не менее, мы должны понимать, что из этого нам нужно, а что нет. Луиджи Анати – это
тоже достаточно известный итальянский художник. Он в свое время участвовал и на Венецианской биеннале. Вообще, на самом деле, очень многие, практически все авторы, которые здесь представлены, были участниками Венецианской биеннале. И здесь это вроде бы как стерео-варио-картина. Он был одним из первых, кто вообще стал заниматься стерео-варио. То есть, если вы походите туда и обратно, вы увидите, что его автопортрет, он как будто бы мигрирует, то есть там есть не одно изображение его, а несколько. Он таким образом фиксирует момент времени в своей работе живописи. Ну и как бы называет это новой живописью, новым стилем в искусстве. Вот, кстати, мне очень нравится, что здесь есть портреты всех художников, то есть можно на них посмотреть. Сабрина Мацакви. Вообще, это одна из самых успешных, самых востребованных художниц в Италии. В этой конкретной работе она делает отсылку к книгам и говорит нам о том, что когда мы читаем книги, нам сложно работать с потоком наших мыслей, и нам сложно фиксировать наше сознание в тот момент, когда мы читаем книги. И здесь она предлагает блокнот для того, чтобы как будто бы записать свои мысли, которые мешают для того, чтобы полностью насладиться чтением, погрузиться в него. И в том числе она предлагает красный цвет, потому что красный цвет очень яркий, и он как будто бы поглощает вот это внимание и дает нам возможность дальше работать с текстом. Вот. И по поводу текста еще очень интересная работа Эмилио Изгро. Это художник, который не только художник, но он еще и писатель и поэт. Изначально он работал со словом, он писал книги, издавал их, но в какой-то момент он стал еще заниматься художественной практикой, и в его художественной практике основой является то, что он зачеркивает текст, превращая его как будто бы в изображение. Какие-то слова ключевые он оставляет, но в основном самое главное – это изображение, которое эта книга превращается. Его художественные практики очень знамениты по всему миру. Он участвовал в том числе в Венецианской биеннале. И таким образом он говорит о том, что не всегда как бы смысл написанного трактуется таким образом, который не всегда трактуется правильно точно так же читателем, как и визуальный образ не всегда трактуется правильно зрителем. И нужно намного больше и глубже вникать в суть проблемы для того, чтобы понять, что хотел сказать автор. Алигьеро Боэти – это в том числе один из самых известных итальянских художников. Эта работа самая дорогая, одна из самых дорогих на этой выставке. На данный момент, прямо сегодня, это очень актуальная работа в связи с тем, что вообще творчество этого художника связано с путешествиями. Он много ездил и переосмыслял разные традиции других стран. Эта работа была создана в Афганистане. Он поехал в Афганистан в 1991 году, и там он просил ткачих афганских, чтобы они ткали ему полотна, делали такие гобелены. Интересно то, что он оставался как бы автором идеи, он не видел конечный результат, он не знал, как это получится в конце, потому что над каждой работали несколько человек, и всегда ему самому было интересно, чем это закончится. Здесь, на этой работе, он сопоставил латинский алфавит и алфавит арабский, да, сделал их разными цветами для того, чтобы как будто бы проследить разность между нашими цивилизациями, но тем не менее показать, насколько красиво они сочетаются, ну и как бы показать, что на самом деле общение, как бы диалог между культурами и странами, это всегда прекрасно, красиво, и нужно этому следовать. Карла Аккарди, художница, которая изучала, ну, скажем, в большей части цвет и его соотношение с пространством, и в своем творчестве она много как бы мигрировала из монохрома в полихром и обратно. В свое время она создала даже такую группировку артистов, которые точно так же вместе с ней изучали эти властивости, скажем так,
цвета и пространства. И в конце уже своего творчества она остановилась на том, чтобы делать такой яркий монохром. Она это называла, когда цвета монохромные, но тем не менее они разные по тональности, да, и таким образом они создают пространство, углубляют его и делают картину более такой насыщенной и интересной. И хотела показать вот эту работу и задать вопрос, как вы думаете, из чего это сделано? Из чего? Из чего? Вот это? Да. Наверное, предметы, которые могут быть на мусоре. Практически правильно. Это папье-маше. И это Перино Велли, это дуэт художественный, которые в папье-маше достигли совершенства. И уже делая свои работы, в принципе, практически невозможно отличить от папье-маше, либо это бетон, потому что мне казалось изначально, что это бетон. Само это папье-маше сделано из газет, из журналов, из журнальных вырезок. Они очень много работают с темой как раз-таки проблемы информации, проблемы взаимодействия с СМИ, с темами, которые беспокоят как бы в связи с тем, что СМИ много говорит нам неправды. Работы они делают специально такие очень простые. Это то, что есть в доме каждого человека. Это отсылает нас к детям, к нашим как бы поколениям. Мы понимаем, что наши дети тоже растут в периоде, где непонятно, где правда, а где ложь, каким образом мы можем эту информацию вычленить правильную, да, и каким образом мы можем с этим взаимодействовать. Пьетро Руффо, это очень интересная работа. Фон здесь — это геополитическая карта, которая очень понятна нам, и мы по ней ориентируемся в нашем пространстве, в физическом. Сверху это типа ветенанка, такого стилизованное, грубо говоря, и звездное небо, по которому мы ориентируемся уже в звездах. Эта работа говорит нам о том, что то, что на небе, несмотря на то, что эти образы очень такие античные и старинные, он много использует исторического контекста для того, чтобы изобразить этих животных, в данном случае это созвездие, но тем не менее это все равно остается тысячелетиями неизменным. То есть мы, смотря на небо, все равно понимаем, что там у нас близнецы, там рак, там еще что-то, а наша геополитическая карта уже завтра может быть неактуальной, потому что все меняется, наши кордоны постоянно меняются, что-то все время происходит, и в связи с этим оно как бы немножко оторвано от реальности. Луиджи Манохо. Художник тоже очень интересный тем, что это бронзовая работа, и вообще все материалы, с которыми он работает, он пытается найти в них необычное звучание. То есть эту бронзу полностью отполированная, она полностью покрашена, это изображение какого-то мифического животного, и каждый для себя может, в принципе, сам предположить, какое животное это может быть. Вот. Но при этом он работает с разными техниками и материалами для того, чтобы пробовать, как они могут смотреться, если с ними работать не обычными методами, а какими-то новыми. Бьянко и Валенте — это тоже группа художников, и они работают в основном с видео, но в том числе и с разными другими медиа. Здесь показывают, как рука просто сшивает границы между странами красной нитью и говорит нам о том, что это важно, как бы не забывать о том, что бы ни происходило, мы все равно должны каким-то образом научиться взаимодействовать, прекратить войны, научиться жить в мире. Вот. И они сшивают эти границы и стараются как бы нас направить в такое более мирное русло. Фабио Вале, он достаточно молодой художник. Очень интересно, что здесь татуировки написаны на русском языке. Такое впечатление, что татуировки ассоциируются только с славянскими народами. Вот. Но тем не менее, эта работа, ее название, в принципе, говорит само за себя. «Была ваша, стала наша». Вот. И это про
про то, как люди силы как бы забирают, про какие-то конфликты. И, в принципе, в том числе наверняка на этом шелковом пути в том числе были какие-то конфликты и так далее, разборки. Да, и, наверное, в большей части эта работа просто это символизирует и говорит о том, что нужно... можно, точнее, возможно это делать более такими уже нормальными способами, а не с помощью кулака. Мазбедо — это группа художников, их двое, и они в своей практике в большинстве случаев отсылают к экзистенциальным каким-то кризисам, страхам, то есть они изучают этот вопрос, этот момент, и эта работа очень интересная, она называется «Мадам Пенин». Мадам Пенин — это женщина, которая уже 26 лет занимается реконструкцией работы Леонардо да Винчи. И на протяжении всего этого времени она, как бы, она сама говорит о себе, что ее жизнь как будто бы привела в это место, то есть это все стечение обстоятельств, почему она стала реставратором, почему она попала именно туда. Вот. Но здесь сняты только ее руки уже достаточно пожилой женщины, и в том числе это говорит о том, что ее время заканчивается, и она сделала все, что могла для этой работы, но она хочет, как бы, чтобы ее практика продолжалась, и другие люди продолжили, как бы, ее. Вот. В том числе это работа и о бренности жизни, о ее скоротечности, о том, что и искусство в том числе не вечно, даже если мы его, сколько бы мы его не капсулировали, сколько бы мы его не реставрировали, все равно придет какой-то момент, когда и даже возможные фрески Леонардо да Винчи, к сожалению, разрушатся. Доминико Манчини. Это молодой художник, и, в принципе, работа тоже сама говорит о себе. Это координаты какого-то места на Земле, то есть если ввести эти координаты, то появится какое-то место, куда на Google карту, куда можно попасть. Это есть серия работы этого художника с разными координатами разных стран. Он говорит о том, что изначально мы визуализировали наше пространство таким образом, ну, как бы визуальными другими методами, сейчас мы пользуемся другими методами, и почему бы это не попробовать перенести на холст и показать таким образом, что раньше я мог нарисовать пейзаж, а сейчас я просто напишу как бы координаты, и в принципе это будет одно и то же. Памела Ди Манти, она достаточно молодая художница, она 85-го года рождения, но тем не менее она в 2004 году добровольцем пошла в армию. После этого она служила в Боснии и Герцеговине, и после этого она стала офицером запаса и начала заниматься своей художественной практикой. Она много работала помощником кураторов, в том числе на Венецианской биеннале, в разных итальянских галереях, получила соответствующее образование. И сейчас вот эта серия работ о том, как она сопоставляет какое-то обычное место, пространство или просто делает какую-то свою работу и потом сопоставляет ее с чем-то, с какой-то катастрофой, то есть наводнением там или взрывами, падением самолетов и так далее. Вот. Она просто сопоставляет, насколько может в один миг поменяться мир, в котором мы живем, несмотря на то, что буквально вчера она там сделала фотографию. Пауло Грассино — это скульптуры людей с воронками, и это говорит нам о том, что люди очень эмпатичны, и они впитывают, как воронки, всю информацию, весь негатив, и в том числе позитив, который их окружает. И мы вот, кстати, дискутировали с Дашей перед этой экскурсией по поводу того, насколько это коррелирует с названием выставки и вообще шелковым пути, и пришли к выводу, что действительно на вот этом пути, в том числе тысячелетнем, люди впитывали настолько много информации и настолько много всего, что позволило сейчас им достичь того развития, которое у нас есть. То есть это не только культурные какие-то вещи, но это и природа, это и какое-то взаимодействие для человека между собой, с природой, с разными другими факторами. Вот, мы все это впитываем, оставляем в своем ДНК и передаем дальше своим следующим поколениям. И самая пахучая работа.
Это работа Тамары Репета. Это одна из самых интересных инсталляций здесь. Она создана из 600 таких как капсул, которые полностью наполнены запахами. То есть эта работа призвана к тому, чтобы, когда человек заходит в экспозицию, чтобы активировать все его органы чувств. И и обоняние, да, и зрение, и какие-то, возможно, тексты. То есть из-за того, что здесь тонкие такие линии, и как будто бы хочется до них дотронуться, то есть это тоже тактильные такие ощущения. Вот, если вы подойдете поближе, то вы можете еще насладиться этим прекрасным запахом. Запахи тут тоже разные. Мне кажется, очень интересная работа. Тамара тоже достаточно молодая, относительно молодая художница на этой выставке, но тем не менее она в большей степени работает с зрителем, нежели с самой работой. Про джинсу? Да. Расскажи. Я не помню, это интересная работа, потому что это все вышито, она очень годами вышивала эта художница, за ней прям гоняются, она недавно умерла. Борьба идет между наследниками, непосредственно Министерством культуры, они хотят себе музей забрать, а наследники хотят о себе, потому что все, что это вот вам кажется строчки, а это вышито... Поток сознания. Да. Вербализированные в разных знаках. То есть она очень долго и кропотливо работала, все ее работы, она никогда не училась, она какая-то домохозяйка, которая дома где-то в забитом селе занималась, и это непосредственно так вот через свое искусство, то есть свое восприятие мира вот через вот эти вот. То есть это единственная работа, которую вообще очень тяжело было вообще, в принципе, получить, чтобы ее включить в наш путь, в эту экспозицию. То есть это на очень высоком уровне очень тяжело было добиться, потому что пока ее работы нигде не выставляются. Ну вот Марія Лаю – одна з найвидатніших італійських художниць. Її творчий спадок просягнутий безперервним самопізнанням та зв'язком зі своєю рідною землею. Експерименти художниці втілюються завдяки використанню різноманітних ремісницьких технік від шиття і до виготовлення виробів з кераміки. На своєму творчому шляху авторка поступово відходила від автентичної культури та схилялася до концептуального мистецтва. Вишивка на полотнах постає немов індивідуальне особливе письмо, потік свідомості, вербалізований у різноманітних знаках, що перетинають одне одного, накопичуються та зрештою зливаються з тлом у єдиний об'єкт із рисами скульптури. Ось так.